Здравствуйте, позвольте мне объяснить, как пользоваться и как подключиться к русскому телевидению на Google TV. Когда вы включаете Google TV приставку, вы попадаете на вот это главное меню. Далее отсюда нам нужно пойти в All Apps. Далее мы выбираем опцию под названием Google Play Store. В Google Play нам нужно нажать кнопочку Search, вот эту вот, нажав стрелочку вверх, мы выбираем кнопочку Search, нажимаем Enter, и вот в этом поле нам нужно вписать Russian TV Group. Далее мы направляем и выбираем кнопочку справа с увеличительным стеклом. Нажимаем опять же Enter. Произошел поиск, и вам вылетело два результата. Нам нужен результат вот этот, на котором написано Russian TV. И также подписано то, что это как бы наша программка. И подписано, что эта программка называется Russian TV Group. Выбираем эту опцию, нажимаем кнопочку Enter. Далее у нас уже выбрана кнопка Install, но если она не выбрана, то есть мы направляем, выбираем кнопочку Install и нажимаем опять же Enter. Далее у нас опять же выбрана опять кнопочка Install, но если нет, то мы ее выбираем Install и нажимаем опять же Enter. Вот происходит инсталляция нашей программки. Далее я вам покажу, что с ней можно сделать. Окей, произошла инсталляция, инсталляция завершена. Далее нам нужно нажать просто на кнопку Done, чтобы мы оттуда вышли. Далее мы нажимаем кнопочку Home, домой, то есть домик, кнопочка домик. Вот, мы попадаем вот в это опять же главное меню, вот, в котором нам нужно нажать кнопку Settings. В Settings нам нужно выбрать опцию Customize Home Items. То есть вот она самая верхняя опция. Я ее выбираю, нажимаю кнопочку Enter. Далее. Здесь нам нужно в меню, используя кнопочку стрелочки вправо и влево, нам нужно выбрать ту программку, кнопку на ту программку, которая вам просто-напросто не нужна. Вот. На главном меню мне, в принципе, Пандора не нужна, я не пользуюсь. То есть я выбираю кнопочку Пандора, нажимаю кнопку Enter. Дальше я выбираю опцию Replace, заменить. То есть вот она посередине, я ее выбираю, нажимаю Enter. Здесь, так как вы уже заинсталлировали нашу программку, кнопочка на нашу программку вот здесь у вас появится. Вам все, что нужно сделать, это ее найти. Она прям так и будет называться, Russian TV, кругленькая кнопочка, на которой, на картинке, которая тоже написана Russian TV. Мы ее выбрали, нажали кнопку Enter. Далее нажимаем кнопку Done. И таким образом у нас появилась кнопочка на главном меню, ведущая на наш портал. Далее, то есть в любой момент, когда вы выключите и включите приставку, кнопочка здесь останется и всегда будет на главном меню. То есть, если вы потерялись где-то в системе и хотите выйти и пойти сразу же на русское телевидение, нажимаете кнопочку «Домой», выходит главное меню, направляете на кнопочку «Russian TV», нажимаете «Enter» и сразу попадаете к нам на портал. Далее давайте я вам объясню, как подписаться к платному пакету и получить доступ каналом, состоящим в платном пакете. Есть два пути. Первый из них, вы можете пойти сразу же во все каналы, вот, и выбрать канал, который состоит в платном пакете, к примеру, НТВ Америка. Это вас переведет на страничку, на которой вас оповестят, то, что этот канал принадлежит платному пакету, и
Чтобы подписаться, выберите кнопочку «Активировать». Далее, второй путь. Вы можете выбрать опцию «Подписка». На странице «Подписка» вам, опять же, будут изложены все пакеты, созданные нами. Некоторые из них бесплатные, некоторые платные. Если вы пойдете в бесплатный пакет, вам вылетит оповещение, что данный пакет является бесплатным. Вот. Но если вы выберете платный пакет, вам вылетит страничка с инструкцией, пошаговая инструкция о том, как именно к нам подписаться. Все оплаты нам оформляет и производит организация PayPal. То есть здесь, так как эта кнопочка принадлежит PayPal, мы не смогли заоптимизировать, вот, нужно, используя мышку, на нее кликнуть. Таким образом, вы переходите на страницу именно PayPal, которая предоставлена в HTTPS. Здесь вам нужно заполнить эту форму. И далее нажать кнопочку Continue. То есть я заполнил форму полностью. Вся информация моя сверху, чтобы никто не видел. Вот. Так, я мышкой нажимаю кнопочку Continue. Это переводит меня на следующую страничку. Это страничка подтверждения, что таки да, вы подписываетесь на пакет, который будет стоить $15 США в месяц. Нажимаете кнопочку Agree and Pay, если вы согласны. Происходит транзакция. И произошла подписка. То есть с вот этой странички в течение 5 секунд, так же как тут написано, вас перекинет обратно к нам на портал. На этом портале, на нашем портале, снизу красным цветом мы выделили уникальный номер подписки и пароль. Уникальный номер подписки и пароль, пожалуйста, запишите, не теряйте. Это в случае, если у вас почистится кэш, или вы захотите просматривать телевидение на компьютере, или на iPad, или на любом другом девайсе, который поддерживает Flash, right? Вот. Вам просто-напросто нужно будет выбрать опцию «Войти» и вписать уникальный номер подписки и ваш пароль. Пароль у нас генерируется автоматически, и он состоит из заглавных букв, из маленьких букв и цифр. Когда вы его вписываете в поле «Пароль», правильно, он должен вписываться точно так же, как он был сгенерирован. То есть заглавные буквы должны быть заглавными, маленькие должны быть маленькими, и цифры должны быть цифрами. Вот. Далее, то есть подписка уже завершена, и вы что можете сделать? Сейчас вы можете выбрать кнопочку «Смотреть каналы». Она уже сразу для вас выбрана. То есть вот давайте я ее еще раз вам покажу, как выбрать. Вот красного цвета она выбрана. Нажимаете кнопку Enter. Сразу же происходит подключение к каналу Шансон ТВ. То есть вот мы выбрали этот канал. Просто так. То есть далее, чтобы выйти обратно на все каналы, вы нажимаете кнопочку, стрелочку или Enter. И давайте выберем любой другой канал, который состоит в платном пакете. К примеру, первый канал ОРТ. Пошла трансляция, то есть у вас появился доступ теперь ко всем платным каналам и бесплатным тоже. Один интересный рецепт сейчас подскажет. Заядлые рыболовы говорят, что Например, вы хотите, давайте вот
Дождь канал выберем. Очень хороший канал. Пошла трансляция дождя. Выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, который сейчас проходит в Ницце. Теперь, как обычно, обратимся к самому... Вот так же мы можем выйти обратно, выбрать любой другой канал. Например, давайте выберем канал «Комсомольская правда», новостной канал. Началась трансляция, мы продолжаем смотреть телеканал «Комсомольская правда», так же, как любой другой канал на любом другом кабельном провайдере. Как мужчина рассказал позже, под воздействием пыток он дал признательные показания. Спустя полтора года нахождения Максима в запорожской колонии, милиция задержала Сергея Ткача. Он признался в совершении ряда преступлений.